вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна, і як завжди, по понеділках ми присвячуємо наш прямий ефір темі медицини. І сьогодні у нас в студії гість Вікторія Яцишина, міський дитячий алерголог. Вітаю вас, пані Вікторія, і я хочу сказати, нагадати нашим глядачам, ми в прямому ефірі працюємо, телефон 76-92-42. Якщо вас зацікавить тема, яку ми сьогодні будемо порушувати, а це алергічний стан людини, зокрема дитини, наслідки, причини і лікування, то, будь ласка, телефонуйте протягом наступних 26 хвилин. Ми працюємо в прямому ефірі. Отже, пані Вікторія, який відсоток дітей сьогодні страждають на це, ну, захворювання, цей стан, так, алергічний стан? К сожалению, статистики такой, какая бы была достоверна, у нас не существует в Украине, поэтому я буду говорить о том, что какая статистика за границей. Там проводятся достаточно большие крупные исследования по распространенности аллергических заболеваний различных и учету этих заболеваний вообще. У нас, к сожалению, достаточно много людей, которые вообще не знают о том, что они имеют аллергический процесс, поэтому они сами себе лечатся, принимают, считают лекарства, считают, что это как простудное, и обращаются достаточно поздно за консультациями и адекватным лечением. В мире существует, что каждый второй человек хотя бы раз в жизни имел проявление аллергического заболевания. Одни могут иметь хронические заболевания, а другие могут иметь острые аллергические заболевания, допустим, как крапивница, отек квинки. Поэтому эти люди подлежат обследованию, выявлению значимых аллергенов для них лично и, соответственно, наблюдению. То есть... От чего это зависит? Вы говорите, что иногда люди не знают, что есть, такие, есть такая схильность. Это, значит, подступная какая-то такая хвороба? Ну, не совсем. Дело в том, что аллергическая реакция – это проявление иммунного ответа на определенный раздражитель. Она известна достаточно давно, еще Гиппократ писал об аллергии, потом намного позже было введено вот это вот определение аллергии как извращенная аллергия. Извращенная реакция иммунитета. Очень много было исследований проведено различным заболеваниям. Допустим, такое заболевание, как полинос, аллергия к пыльце различных растений, известно еще с 1870 года. Было очень хорошо описано, как сенная лихорадка. В дальнейшем многие исследователи посвятили свою жизнь исследованию иммунитета и в том числе аллергическим заболеваниям, потому что они считаются наиболее старыми, наиболее четко описанными заболеваниями. В дальнейшем развивалась иммунология уже немножечко в другую сторону. Но аллергия – это часть иммунитета, поэтому говорить о том, что это изолированное что-то от общего организма, нельзя. К тому же, допустим, аллергические заболевания, они всегда проявляются в детстве, они могут в разных возрастах появляться, при этом они имеют под собой несколько предпосылок. Это может быть генетическая предрасположенность, когда в семье есть больные аллергическими заболеваниями, и в дальнейшем это будет усугубляться по наследству. Если один из родителей страдает аллергическим заболеванием, вероятность рождения ребенка с такой предрасположенностью составляет от 40 до 50%, если оба родителя до 80-90% по разным заболеваниям. Атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма. Это так называемая цивилизационная теория развития аллергических заболеваний, потому что еще в 1960 году она широко развивалась в Америке в связи с большим количеством антисептиков, химических продуктов, химических препаратов и тому подобное, все-таки склоняют иммунную систему к неадекватной реакции на них, и поэтому развивается вот эта аллергическая реакция. Кроме того, существует такое понятие, как снижение количества детей в семье, высокая антигенная нагрузка тоже способствует перестройке иммунитета в сторону Т-хелперов второго типа, то есть аллергического типа на первом году жизни. А в медицине есть певна думка, это реакция слабкого организма иммунитета або навпаки сильного? Нельзя говорить о том, что аллергическая реакция – это снижение иммунитета. Здесь наоборот –
иммунная система работает излишне, она вырабатывает, она выделяет лишние антитела, при этом они иногда приводят к очень печальным последствиям. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя говорить об ослабленном иммунитете. У них иммунитет превалирует, он большой, то есть усиливается. Но нужно говорить о том, что это извращенная реакция, она измененная, потому что организм не реагирует на раздражитель адекватно. Поэтому самое лучшее лечение, один из пунктов, это избегание контакта с самим раздражителем или аллергеном. То есть это могут быть пищевые аллергены, бытовые, пыльцевые аллергены, медикаментозные и тому подобное. Химические достаточно часто бывают. А как же вызначить это, то есть харчевый аллерген? Как его вызначить? Родители хотят, чтобы их ребенок был здоров. И они тут же мгновенно делают аллерготестирование, развернутые антитела и тому подобное. И они не задумываются о том, что каждый пищевой продукт, он чем-то отличается от тех продуктов, которые они употребляют. Аллерген – это одно, то есть тот химическое вещество, которое сделано с этого продукта, и на него сделана реакция. Потому что, допустим, невозможно сделать тестирование на шоколад, невозможно сделать на мед, потому что это поликомпонентные вещества. И мед, который, допустим, растет, то есть был собран в средней полосе, в южной полосе Украины или на западной, будут отличаться антигенные нагрузки. И по-разному, відповідно, реагує организм, конечно, на цей продукт. Конечно. В первую очередь родители должны задуматься о том, что происходит с ребенком. Если ребенок дает достаточно часто какие-то кожные высыпания, особенно это должно насторожить родителей на первом году жизни, потому что существует так называемый атопический марш, когда мы получаем сначала кожное проявление в виде сыпи, в дальнейшем присоединяется ринит в виде насморка или заложенного носа, и в дальнейшем это может переходить в бронхиальную астму в виде одышки у ребенка. В моей практике был единственный случай, когда ко мне пришли родители с абсолютно здоровым ребенком в возрасте 4 месяцев на консультацию для того, чтобы предупредить развитие аллергических заболеваний у их ребенка, потому что папа и мама страдают этими заболеваниями. Больше профилактически никто не приходил. В основном они начинают появляться, когда уже идет расцвет вот этих всех аллергических проявлений, и нам остается только констатировать и уже назначать лечение. Батьки це правильно зробили? Так и треба робити. Эти родители так сделали робити, правильно. Приходити заздалегідь. Профилактику. Конечно, так? Конечно. То есть есть определенные режимные моменты, есть рекомендации по так называемой вторичной профилактике, потому что вот эта вот профилактика, как мама носит беременность, что она кушает в это время, что нужно делать после рождения ребенка, тоже играет роль, потому что производить дома стерилизацию каждый день категорически невозможно и нельзя. То есть некоторые моменты нужно решить до зачатия. Тобто наши глядачі мають розуміти, якщо жінка або батько, ну, є така реакція алергічна, то діти будуть хворіти. Будут, то есть вероятность достаточно высокая. До речі, на аллергию хворіють, чи це певна реакція? Аллергия – это состояние иммунитета, состояние. А заболевания уже у нас различаются, такие как крапивница. Это инши, так, да? Это другое, да. Аллергическое заболевание – это другое. Потому что человек может быть предрасположенным к аллергии, но при этом не иметь проявлений. Мы добиваемся такого состояния, когда человек или ребенок получает медикаментозную терапию, исключают аллерген из контакта, и в дальнейшем он живет и, прекрасно, то есть он может выполнять свою функцию, ходить в школу, на работу, заниматься спортом и при этом не иметь клинических проявлений. Телефон прямого ефіру 76-92-42. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви зацікавили нашу тему, будь ласка, ставте свої запитання. Сезонна алергія. Ну, знаємо, що літо, весна – це період цвітіння і період випробування для алергіків. Як попередитися, як підготуватися і як взагалі лікуватися? Конечно, полинозы достаточно распространены у нас. Полинозы – это группа заболеваний, которые имеют общую этиологию. То есть причинно значимым аллергеном является пыльца различных растений.
В Украине существует три сезона полинации, это когда выделяются определенные виды аллергенов. Это весенний, аллергия к пыльце тополя, березы, ясеня, акации и тому подобное. Это летний, когда больше развивается аллергическая реакция к пыльце злаковых и луговых трав. И летний, осенний, который очень важен для нас, потому что наш регион больше расположен в степной части, и для нас характерна аллергическая реакция именно к циклохене, амброзии, полыни, лебедей, подсолнечнику. Я уже родителям некоторым говорила, что 5-7 лет назад я как бы рассказывала, что полинос как проявление может быть только у детей старше 6-7 лет. Последние 4 года я наблюдаю аллергию к амброзии, подсолнечнику и циклохене у детей с 3-летнего возраста. С чем это повязано? Это связано с тем, что экологическая обстановка в Николаевской области очень напряжена, очень много амброзии, подсолнечника и циклохены растет, она выпускает свою пыльцу, обсеменение очень большое, то есть количество пыльцы на один там, кубический сантиметр воздуха превышает какие-либо нормы. Поэтому никто с амброзией как бы не борется. Она свободно себе растет вдоль рек, во дворах у некоторых людей, выделяет огромное количество, миллионы и миллиарды частиц пыльцы, и, соответственно, люди болеют из-за этого. Те, кто уезжает из нашего региона, чувствуют себя прекрасно, особенно кто едет на западную, там нет этой пыльцы. Но по возвращении симптомы возвращаются. Поэтому количество этих детей будет расти, наверное, и намного больше. До такого периода треба готуватися? Естественно. Вообще-то я уже несколько лет говорю своим родителям и их детям, что они должны прийти за месяц до начала активного цветения, начать терапию за 2 недели до активного цветения. Сейчас август, и у нас как раз пик выделение пыльцы, соответственно, проявление аллергических заболеваний. Очень много людей страдают, у них выраженное слезотечение, ринорея, выделение с носа или заложенность носа. Общее состояние намного больше страдает даже при, как при астме. Потому что если есть астматический приступ, человек сразу обращается за помощью, и поэтому он его адекватно получает. В то время как с ринитом могут доходить несколько лет. И достаточно часто очень родители забывают, что надо ежегодно приходить до начала цветения, а не ждать и заниматься самолечением, потому что ребенок растет, его иммунная система изменяется, и нужен соответствующий подбор терапии и доз и тому подобное. Кроме того, обязательно нужно проходить аллерготестирование кожное вне сезона цветения. Мы проводим его с ноября месяца по май месяц включительно. Это бесплатно на базе нашего аллергокабинета, который находится на Чкалова 93. Можно записаться и провести это аллерготестирование. Но очень многие считают, что если им зимой хорошо, то этого делать не надо. Это заблуждение, потому что существует еще один метод лечения, это специфическая аллерговакцинация, которая дает возможность человеку после тестирования прекрасно себя чувствовать и не реагировать на эти растения. Взагалі, я так же чула, і ви сказали, що іноді сезонна алергія і взагалі стан алергічна реакція схожа на ГРВІ. Так? Да. Їх можна переплутати, батьки іноді плутають. Ну, перебувати весь час в приміщенні неможливо, ви говорили, що можна і медикаментами, або душ приймати. Для профилактики контакта с аллергеном мы используем несколько методов. В первую очередь, если есть возможность уехать с этого региона, хотя бы на время. Если нет возможности, значит, ребенок должен посещать, выходить на улицу после 9-10 часов утра, потому что с 3 часов ночи до 9 утра наибольшее количество пыльцы находится в воздухе. Обязательно с головным убором, с очками. После посещения улицы нужно принять душ,
душ, поменять одежду, промыть нос, прополоскать горло. Таким образом мы убираем пыльцу с кожных покровов и слизистых. Обязательно нужно принимать препараты, которые будут назначены, соответственно, по возрасту и по действию. Есть препараты, которые являются лечебными, достаточно большой выбор. С маленького возраста они имеют минимальные побочные действия. А есть препараты, которые барьерные, то есть они используются для того, чтобы пыльца не проникала в слизистую и не используются перед выходом на улицу. Также нужно исключить некоторые продукты, которые имеют перекрест с этими аллергенами. В нашем регионе... Навіть при сезонной аллергии, не харчові, да, на цьому треба зробити акцент. Даже при сезонной аллергии существует очень много перекрестов, и сейчас проводятся такие исследования по молекулярной аллергологии, когда выделяют определенные белки, они могут находиться в совершенно разных аллергенах, но при этом давать различную реакцию. Допустим, если у ребенка есть аллергия на клеща домашней пыли, то молоко, которое ребенок употребляет, будет усиливать эту аллергическую реакцию. Или, допустим, ребенок, имеющий бронхиальную астму и аллергию к клещам домашней пыли, не сможет употреблять молоко, потому что ему на него, после него будет плохо. Кроме того, допустим, амброзия имеет перекрест практически со всеми специями, и они исключаются из приема. Некоторые виды аллергенов очень серьезно имеют перекрест с морепродуктами. Но для этого надо проводить аллерготестирование, исследования для того, чтобы адекватно рекомендовать человеку прием тех или иных продуктов, потому что он может принимать этот продукт и иметь реакцию совершенно другую. Тобто не лише медикаменти, не лише там профілактичні заходи, а і харчування. Так, треба на цьому зробити. Гіпоаллергенна дієта должна бути однозначно. На алергія на кліща домашнього пилу, так? Це треба знищити весь пил в домі. Это практически невозможно. Потому что, к сожалению, для средней полосы Европы, куда мы входим, это очень актуально. Допустим, в северных регионах, в скандинавских странах клещей не существует. Они существуют в пустыне и так далее, но для нас это очень характерно. Что в Европе, что у нас они есть, могут немножечко отличаться, но тем не менее везде одинаковые. Естественно, нужно проводить влажную уборку, стараться использовать гипоаллергенную мебель, которую не впитывает в себя пыль и где развиваются эти клещи. Использовать можно очистители воздуха, сухие, не кондиционеры. Но, тем не менее, 100% их убрать невозможно. Они все равно будут. Но количество их уменьшается, соответственно, реакция их тоже будет меньше. Пані Вікторія, взагалі існує така думка, ну, аллергічний стан, там реакція пройде. Якось так само собою. Якщо її не лікувати або не стежити за цією реакцією, які наслідки для організму? Дитячого, а вже потім і, звичайно, дорослого організму. Я хочу сказати, що алергічна реакція, вона може зникати як реакція, але стан імунітету по алергічному типу буде залишатися на всю життя. Діти, які мають таку предрасположеність, вони можуть не боліти, но при этом они должны выполнять определенные мероприятия для избегания контакта с аллергенами и чувствовать себя прекрасно. В то же время, если не лечить то или иное состояние, заболевание, если выставлен аллергический ринит, полинос, или бронхиальная астма, или атопический дерматит, или крапивница, или отек квинки, это обязательно подлежит лечению с использованием базисной терапии и скоропомощных препаратов. Иначе может развиваться очень неблагоприятное состояние вплоть до летального исхода. В настоящий момент люди практически не умирают от бронхиальной астмы. То есть умирают только в том случае, если нет препаратов, и в данный момент они не могут ими воспользоваться. Это бывает крайне редко. Это контролируемое заболевание. При полинозах, что может плохим возникнуть в такой ситуации, когда человек находится, допустим, он имеет сильнейшую аллергическую реакцию к подсолнечнику, сам не знает,
пришел на подсолнечное поле, там может возникнуть реакция вплоть до анафилактического шока. То есть человек может и задохнуться, может покрыться пятнами, крапивницей. Это самые такие тяжелые реакции на проявление контакта с аллергеном. Поэтому такие люди обязательно должны знать, на что у них аллергическая реакция. Если это пищевая или это аэрозольная, то есть то, что он не вдыхает, они должны иметь при себе определенный набор медикаментов и при этом ходить. Допустим, в Европе зарегистрированы эпинефрин, и в дозе, в детской дозе и во взрослой, видишь шприц-тюбика. Они постоянно с собой носят этот шприц-тюбик, и если возникает какая-то реакция, они могут себе его ввести, при этом спасти жизнь, потому что пока приедет скорая, пока кто-то поможет ему, а здесь идут минуты, иногда секунды до оказания помощи. Они имеют бейджик или браслет, на котором написано, что он аллергик, и поэтому ему нужно сделать то-то и то-то. Очень удобно, к сожалению, у нас этого шприц-тюбика еще не зарегистрировано, хотя нам обещают. Ну, принаймні, мати якісь ліки весь час з собою постійно. Конечно. Постійно з собою. Скажіть, будь ласка, ну, здається, сезонна алергія, цвітіння і така дуже велика кількість людей, хворих в містах, саме в містах. В районах, в селах зустрічаються такі велика кількість захворювань? Ну, звісно, зустрічаються. Хоча відмічають дослідники, що в сільській місцевості алергіків все-таки менше по сравнению з містом. Потому что, во-первых, там чище воздух, во-вторых, они больше находятся на улице, у них физическая нагрузка, то есть состояние их иммунитета лучше по сравнению с городскими. Мы находимся в квартирах, в которых огромное количество аллергенов и раздражителей. А детей, родители, ну, вот они не понимают, что их надо выгуливать на улице. Потому что мне понравилась фраза Комаровского, когда он рассказывал о том, что почему-то родители, когда покупают собаку или заводят, они понимают, что ее надо выгулять два раза в день. А ребенка не обязательно. При этом родители очень часто занимаются самолечением. Но саме на улице велика кількість повітря аллергенів. На улице не так много. То есть единственное, что на улице много, это когда идет сезон полинации. При этом вот эта вот пыльца, она совмещается вместе с выхлопными газами и с другими химическими веществами, которые находятся в воздухе. И она становится более агрессивной. Кроме того, значит, выделительная функция легких снижена у городских людей. Они непривычны к тому, чтобы выделять вот эти все аллергены, и они осаждаются в легких. И таким образом контакт становится более близким, и, соответственно, быстрее вырабатывается реакция. Ну, и я хочу сказать, что общий уровень здоровья в городе все-таки население меньше по сравнению с сельским населением. Скученность, производство, различные химические препараты, потому что в селе все-таки они выращивают для себя продукты, и они менее аллергичны по сравнению с теми, которые мы получаем в супермаркете в том же или еще где-то. У нас залишається кілька хвилин до завершення нашого ефіру. Ну, дуже показовий приклад ви сьогодні навели, коли батьки самі з дитиною приходять, аби зарадити і знати все для лікування, для профілактики. Кілька слів для наших глядачів вже на завершення програми. Я хочу сказать, что полинозы лечатся, все аллергические заболевания подлежат лечению, но при этом они должны длительно лечиться, должна проводиться диагностика и профилактика этих заболеваний. Поэтому я хочу сказать родителям, что обязательно вы должны посетить аллерголога, не когда уже совсем плохо, хотя бы немножечко заранее. Для аллерготестирования у вас есть время с ноября месяца по май месяц включительно, когда вы можете спокойно прийти, провести это тестирование. Я вам расскажу, что вы должны делать, какие методы лечения и профилактики. И в дальнейшем вы сбережете жизнь и здоровье вашему ребенку. Дуже дякую. Дякую за участь у нашій програмі. Вам, шановні глядачі, нагадаю, це була програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми її присвятили темі медицини, а зокрема алергології. Дякую за увагу. На все добре.